Мы переходим, дорогие друзья, к следующему участнику. И как я уже сегодня сказал, это пока что единственная дуэтная песня у нас, который участвует в конкурсе на радио «Шансон Плюс». Итак, меня зовут Виктор Грибанов. Живу я в городе Красногорске. В данный момент являюсь пенсионером. Я пишу стихи и публикую их на сайте стихи.ру. Играю на синтезаторе. Полтора года назад я запел. Ну, правильно. Чем же еще Виктор заниматься на пенсии? Не только же огородом. Творческий человек никогда не сможет удержать в себе творчество. В YouTube у меня есть своя страничка. Так что, дорогие друзья, Виктор Грибанов. Там вы можете ознакомиться с клипами, которые выкладывает Виктор Грибанов. Своего собственного производства клипа, имеется в виду. Я хочу представить на песню, на конкурс песню, которая называется «Как рассказать мне о любви». Это песня от дуэта с Надеждой Поповой. Она наш первый опыт совместного творчества. Надежда Попова живет в городе Шахты, Ростовская область, работает тренером в спортклубе. Есть тоже своя страничка в YouTube, где она выкладывает песни, спетые ей с другими авторами стихов и музыки. Я играю на синтезаторе и пою, записываю это все, а затем отправляю файл с записью Надежде, и она уже накладывает свою запись голоса на мою. И таким образом родилась вот эта самая дуэтная песня Надежда Попова и Виктор Грибанов «Как рассказать мне о любви». Наших участников, имя которых Виктор Грибанов и Надежда Попова. Спасибо вам, Виктор, спасибо вам, Надежда. Пусть ваш творческий союз и дальше растет и развивается, и, конечно же, пополняется новыми произведениями.